о тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Лето, пусть и все еще прохладное, а повод сменить гардероб дает. В модном базаре на Гагарина 6 пополнение. Начнем с купальников. Деткам модный базар предлагает не расставаться с любимыми героями мультиков даже на пляже. А мамам позаботиться о наличии как минимум пары купальных костюмов для отпуска. Вариантов море. Но будете самой модной, если предпочтете с завышенной талией или со вставками из сетчатого материала. Любите комфорт? Купальник с лифом Анжелика скорректирует форму груди и в аппетитном виде преподнесет зону декольте и спины. Здесь же, в модном базаре, можно подобрать купальник и будущим мамам. А к нему парео до пят, сарафан или платье. Мужчинам стоит заглянуть сюда за шортами и рубашками, а еще лосинами и борцовками, в которых будет удобно тренироваться на свежем воздухе. Панамы, бейсболки, шляпы и очки – столь же необходимые летом аксессуары, как чемодан в поездке. Или рюкзак. Про пляжную сумку тоже не забудьте. В такую поместятся все купальные принадлежности. Маникюр для волос. Теперь в плену. И не только для блондинок. Суперсовременную процедуру по уходу за волосами предлагает сеть салонов красоты «Лотос». Инновацию в «Лотосе» освоили на днях. Ее презентовали столичные технологи, которые рассказали и показали эффективность этого ухода за волосами, если они пористые, ломкие и тусклые. Маникюр для волос – окрашивающая процедура. Но в составе препарата, который наносится на волосы, нет аммиака и перекиси водорода. Только натуральный краситель, который не вступает в химическую реакцию с волосами. Здесь маникюр для волос, он разработан не только для натуральных волос, но и для сильно поврежденных и седых волос. Увеличивает густоту и плотность волоса, имеет лечебно-восстанавливающий эффект, фиксирует цвет, невероятный блеск придает волосам, идеальная зеркальная гладкость для прямых волос. Гладкие, шелковистые и блестящие волосы после первой же процедуры. Вот что такое маникюр для волос в сети «Лотос». Запись на процедуру уже открыта. Сделайте звонок прямо сейчас. Межевание теперь не по желанию. С 1 января 2018 в России устанавливается закон на распоряжение земельными участками, границы которых не уточнены. Обратимся за разъяснениями к эксперту Ассоциации кадастровых инженеров Елизавете Кочетковой. В новом году без сведения о основных характеристиках земельного участка, таких как определение местоположения границ, определение точной площади земельного участка, невозможно будет провести ни одну сделку, такую как договор купли-продажи, договор дарения и прочие сделки, даже если на земельный участок у вас есть правоустанавливающий документ, такой как свидетельство о госрегистрации права, постановление на выделение земельного участка и госакт на земельный участок. Фактически обмер земельного участка, вашего строения на земельном участке фирма Ассоциация кадастровых инженеров проводит высокоточными приборами с использованием GPS-спутниковой аппаратуры. До вступления запрета в силу чуть больше полугода. Не так уж много времени на процедуру, которую предстоит пройти и тем, чьи участки имеют статус ранее учтенных. Ассоциация кадастровых инженеров предлагает выполнить ее под ключ. Кадастровый инженер, чью консультацию вы получите бесплатно, проведет технические замеры, поможет согласовать границы с правообладателями всех смежных участков, оформит межевой план и паспорт вашего земельного участка. Ассоциация кадастровых инженеров работает по Клинскому, Солнечногорскому и Дмитровскому району. Оказывает услуги в топографической съемке, подготовке технических планов, в том числе для объектов незавершенного строительства. Предоставляет экспертные заключения для суда. Улица Захватаева, дом 4, офис 105. А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!